хочу отдохнуть, мои ноги устали. Ток-ток-ток! Сэр, такси подано! И снова всем привет! На канале Олег Нестеров Брест! Мы в гостях у Ростика в городе Минск! И вот тот самый автомобиль, который готовится к предыдущим боям. Сейчас мы его обойдем. Вот такой автомобильчик, обваренный. Я когда их увидел, не смог пройти, блядь. Вот такой вот автомобиль. Ну, в принципе, это была реклама автостекол Nissan. Как видите, стекла целые. Все, машина выдержала. Toyota. Новая модель Toyota распашонка. Ну, как бы это предупреждение водителям. Закрывайте двери, смотрите в зеркала, когда вы их открываете, потому что всякое может случиться. Данная модель распашонка, дверь открывается в другую сторону. И теперь уже... так что это не страшно. Стекла выдержали, это интересно. Ну а на самом деле-то все, к чему мы подводим, всю эту эпогею. Данный автомобиль будет участвовать в боях. В боях? Арена, дерби. Это будет скоро, скорее всего, в августе, да? Да. Скорее всего, это будет в августе. Будет это в очень интересном, историческом, знаменитом месте. Даже не просто, я считаю, даже не просто Игнат. Даже не просто бои посетить, да, побывать в этом месте, это уже знаменательное событие, даже приехав из другого города. Да, это, да, да. Это не хуже, чем, да, это не хуже, чем посетить Брестскую крепость. Не хуже. Да, пока мы молчим, что это за место, но это будет очень классное место. И будет организовано, скорее всего, абонемент на прокат, да, на хорошей такой мощной штуке. Абонемент, ну, на автобоевой прокат, может быть, не там, может быть, даже раньше. Вот, есть у нас одна интересная идея, сейчас мы ее прорабатываем, чтобы любой желающий гражданин Республики Беларусь, иностранный гражданин, либо лицо, не имеющее гражданства, пол не важен, мужской, женский, полностью на себе испытало, что значит управлять автобоевым транспортным средством, ну, в обстановке... скажем так, ну, приближенный к боевой, да. Скажем так. И еще-то в том историческом месте еще один абонемент. Какой? Какой? А на Тигре? А, да, будет еще интересное предложение. Опять же, скажем позже, сейчас оно прорабатывается, да. Всем понравится. Да, ну и к чему я вообще все это веду? На борту этого автомобиля может располагаться ваша реклама.
можно на капоте, звоните по телефончику, указанному в видео, обсудим, обговорим. Ваш логотип может красоваться на автобоевой машине, и вполне возможно, что вы сейчас наблюдаете за победителем Арена Дерби. Вернее, не Арена Дерби, а вообще Дерби, да? Автобоев на выживание. Да, Арена Дерби — это наша команда. Мировой турнир. Мировой турнир. Как-то... Да, так что, ребята, у кого есть желание, у кого есть какие-то возможности прорекламировать себя, свои услуги, может быть, какую-то свою станцию, может быть, там покрасочную, милости просим. Булочную. Булочную пойдет, шиномонтаж, без знаете, разницы, прокат велосипедов. Зубопротезный кабинет, протезы, да, все. Свадебную съемку. Да, все что да, угодно, все да, по большому счету. Я думаю, реклама интересная, новая, достаточно креативная. Да. И очень запоминающийся. Да, бои, кстати, вот в Беларуси уже начались, это четвертые бои были, да? Не. Смотря откуда летопись бои, вести. Да, да. Если вот с какого года? С 2009, я думаю, с 2009 года, да. Покажите, пожалуйста, вот этого вот молодого, красивого, на Владимира Ильича похож. Вот не надо. Ростислава Боринского. Вот Ростислав в 2009 году впервые принял участие в таких импровизированных гонках с элементами полного контакта. И он считает, вы что... Вы снимите очки хоть чуть-чуть, показаться, да, наверное. Так, реклама на очков. Да, ты что? За очки уже проплатили рекламу. И он считает, что именно с этого года в Беларуси и как бы, ну... Идут автобои на выживание, да. Именно да, в том то году есть спорт, спорт это можно назвать, наверное, спортом или это хобби такое экстремальное. Да, спорта. Оно молодое, оно развивается, и я думаю, вскоре мы у истоков пока этого всего стоим, вскоре это уже будет хобби. Да, самое это главное, готовьте свои машины, неважно в каком вы городе находитесь, покупайте Нью-Йорк, такой Порч, да, молодечный. Обваривайте, молодечный. Нефиг делать, Нью-Йорк молодечный, там Бангкок. Рядом. Бангкок, Сидней, без разницы. Либо просто Жодина. Да, готовим машину. Там Белаза не надо. Не перебивай. Готовим машину и на гонке. Город скоро мы объявим, где это будет. Но это под Минском, недалеко. Очень историческое место. Можно и здесь, кстати. Забор. Все, ребята, спасибо за внимание. Оставайтесь на связи, смотрите видео на канале дяди Олежи, Олег Нестеров Брест на автобоевом канале Ютуба. У Ростика нету канал, но Ростик как истина где-то рядом. Истина где-то рядом. Варите свои тачки. Да. Мы готовьтесь, хотим... готовьтесь. Нам боям, нужны бойцы. Морально, физически и машины готовы. На видео это все. Почему мы вот и сказали-то за счет вот это вот, то, что прокатиться на боевом машине, потараниться, да? Потому что на видео все это смотрится как такой красивый балет, удары мягкие, ну, смотрится так, удары не сильные. Но на самом деле, поверьте мне, в самой машине сидеть — это ужас. У меня болели мышцы, я не знаю, 2 дня, наверное, были. Может, от руля, то, что мы отзывали. Тебе еще повезло, что всего лишь были случаи. Да, и удары очень ощутимые. Ну, представьте, что вы в столб врезаетесь. Палец болел. Целый год, да. У него год болел палец. Ты говорит, он ничего не мог делать с пальцем. Так и хожу. Я тоже палец. Ставьте лайки! Ставьте лайки! Ты всегда в прекрасном настроении. Ставьте лайки. И это... Да, кстати... Удары-то такие ощутимые. Говорит, вы что так, говорит, врезались куда-то? Нет, резко остановиться. Короче, всем здоровья крепкого, настроения бодрого, ну и, конечно же, добра и бабла. И толстого железа. Правильно.